Я выпускник алматинской школы. В этом году мне и моим одноклассникам несколько раз предлагали бесплатное обучение в Китае. Скажите, это нормально, что в своей стране я должен учиться за деньги, а Россия и Китай зовут нас учиться бесплатно? Товарищ Абишевич, я хочу учиться дома. 23 июня. Приходи на митинг. Требуй свое. Уже второй год я из Китая сплачу чудом в ожидании комнаты в общежитии. В таких условиях нереально не только учиться, но и нормально существовать. Демократический выбор Казахстана предлагает компенсацию 30 тысяч каждому иногороднему студенту. 23 июня. Приходи на митинг. Требуй свое. Я студентка коммерческого вуза. Мои родители платят огромную сумму за мою учебу. Нашей семье приходится отказывать себе во многом ради моего образования. А ведь есть еще и многодетные семьи. ДВК предлагает стипендию 50 тысяч тенге каждому студенту, даже студентам коммерческих вузов. 23 июня. Приходи на митинг. Требуй свое. Пришло время перемен. Приходи на митинг. Требуй свое. Алга, Казахстан!